Всем привет, вы на канале Темная Рыцарь, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Assassin's Creed 4 Черный Флаг. Мне пошли 20-я часть игры, но пока название я ей дать не могу, потому что я сам пока не знаю, какое название ей дать. Потому что я, как говорится, в этой игре дофига чем можно заняться на самом деле, поэтому название миссии пока еще не придумал. Но по ходу прохождения придумаю. Можно, в принципе, и контракты на убийство повыполнять. Вот сейчас в Гаване я нахожусь, где я был, в принципе, в предыдущей миссии, когда я помогал Роне. Тут, получается, можно галки поплавать, всякие там форты позахватывать, там, и острова исследовать, новые локации, в общем, дофига чего интересного. Тут, в принципе, можно, как видите, и фрагменты анимуса пособирать, можно, получается, и сундуки все полазить, пособирать, ну, в общем, и песенки Шанти, побегать за ними. В общем, дохерчи можно тут в этой игре заняться, на самом деле. Игра офигенная, тут миссии до хрена, локаций тоже очень много, как вы видите, да? Тут дофига вот неизвестных локаций, не дофига, вот, допустим, ну, фортов, которые надо будет захватить, не только, допустим, форты. Видите, и Ягуа, я, допустим, тут нихера не был. Тут получается до хрена всего. Тут вот в этой игре много-много чем можешь заняться на самом деле. Тут большая карта. Тут до хера чем можешь заняться. В общем, интересная, прикольненькая, друзья, игрушка. Тут получается вот есть легендарный корабль, на который пока я не осмелюсь нападать, потому что он очень сильный, а моя галка пока еще слабенькая. Вот такие вот дела. Так, ладненько, друзья, сейчас перед тем, как мы, ну, подумаем, чем заняться нам, и потом, как потом, по ходу дела, придумаем миссию назвать, я, знаете, что сделаю? Сначала вот пойду, вот, как говорится, по карте, вот, по нашей карте, пойду найду сокровища, а именно, на, это, носовая фигура, месть королевы Анны. В общем, прикольненькую штучку-дрючку, по этим координатам. В принципе, я уже поставил себе точку, куда именно идти, вот, друзья, сейчас. Так, примерно нам идти надо будет сюда, значит, нам надо будет точку обзора сделать. Координаты верные, поэтому погнали, друзья. Будет весело. Предыдущая миссия была очень прикольная и интересная. Думаю, эта миссия будет такая же классная. Я желаю всем, друзья, приятного просмотра. Надеюсь, моя клавиатура и мышка не сильно вам мешают. Напишите, пожалуйста, в комментариях, и слышно меня хорошо или плохо. Сейчас быстренько сундучок возьмем, как говорится. Лишними реалы не бывают. У нас получается сейчас уже 7000 реалов. Это крутяк. Так, в настоящий момент в крите капитана доступно 6 улучшений. Ого, 46. А ну-ка, друзья, побежимся. Так, Гавана, сундуки. 9 из 20 я, получается, нашел, да? Опа, фрагмент анимуса находится сверху. Сейчас, быстренько его соберем. Он реально сверху находится. Сейчас, друзья, все будет, а? Так, пока эти сокровища, мы все поймем. Тут на самом деле не так трудно, как было в террасе. Во-во-во-во-во. Так. Есть! Получается, собрал фрагмент анимуса 6 из 15 в Гаване. Офигеть. Тут, сейчас, друзья, подождите. Тут, видите, тут дохера чем можно заняться в Гаване. Тут, видите, я дохера еще сундуков не пособирал. Дофига фрагментов анимуса не взял. Тут, получается, еще какая-то рукопись есть. Тут дохера чем можно заняться. Ну, в принципе, эта миссия, я по ходу дела, либо уже в описании ей название, да, ну, там уже в описании будет название, либо уже, ну, по ходу прохождения, вот, может, через минут 5-10 я потом уже дам название миссии. В любом случае, миссия обещает быть прикольной, классной и интересной. Если вы кушаете, то, друзья, то вам приятного, желаю вам приятного аппетита. Я сначала думал, блин, что мне записать, ну, вот, блин, какой Watchdog или Ассасин? Я подумаю, лучше на выходы я примеры сделаю Watchdog, так как это игрушка новая. Ассасин сделаю в мои рабочие дни. Поэтому, ну, в любом случае, я эти игры буду чередовать, как я говорил. Поэтому два дня у меня будет Ассасин, и два других дня будет Watchdog. Поэтому, друзья, будет весело. Да еще же более прикольную игрушку все на канале покажу, а именно стримлю. Ага, называется игра Resident Evil 7. Так, их убить, да? Сейчас их быстро убью. Кстати, наверное, будет потом контакт выполнить быстренько. Так, ушки, ладушки. Опа! А название миссии я, по ходу дела, потом, правда, придумаю. Да все нормально, нормально, они просто упали, все хорошо. Все отлично, ребята, не переживайте. Так, контакт я потом выполню. Сначала нам надо быстренько залезть на башенку, сделать, ну, сказать, сделать точку синхронизации. Блин, Эдвард офигенно лазит. Не бы быть таким ловким, а. Я хотел бы так тоже классно лазить, а. Так, ну тут на самом деле проще было, чем в предыдущей миссии. Я к баран ходил и лазил, где же мне залезть? Хотя место просто перед глазами было. Местечко именно, как мне, где залезть можно было.
Ну, я тупил. В этой миссии я вот сейчас хорошо работаю. Я просто сейчас быстренько домой пришел на перерыв. Да, видите, погода быстро изменилась. А? Капец, погодка ужасная стала. Блин, дождик, капец. Было солнце, бах, резко пошел дождь. Как, в принципе, и у нас. Такая же погода в Туапсе не очень. Я быстренько сейчас пришел на перерыв, друзья, ради вас. Ну, решил писать прикольненькую миссию ассасина. Потому что, блин, я ценю вас, друзья. Спасибо вам всем за поддержку. Да имея возможность, я смотрю ваши прикольненькие прохождения и стримы. Поэтому, пожалуйста, прошу вас на меня не обижаться, если я, бывает, не захожу к вам. Потому что у меня дофига дел. Помимо канала, у меня еще есть работа, семья. В общем, дофига дел у меня много есть. Так, точка синхронизации 5 из 8. Ого, их 8. Так, ладно, наши координаты. Так, координатики. Так, получается 240. Это где-то, в принципе, вот тут. Но я, в принципе, правильно, на самом деле, хожу. Почти правильно. Так. Если посмотреть по карте, 240-607, получается за бар, за крепостью, получается, у нас находится тут крестик, наш тайник, где пальма, понял, надо поискать, так, ушки-ладушки, а я, получается, где, нет, 240, это примерно где-то у нас тут, скорее всего, наверное, вот в этой местности, так, Эдвард, где-то вот тут, вот, наверное. Я поставлю, вот примерно вот тут вот поставлю точку и пойдем сбегаем, друзья. А, нет, не поставилось, да? Ладненько. Все. Вот, все, точку поставили. Так. Нет, это примерно тут, но это не тут, на самом деле. Так. Да, это запрещенная зона, типа запретная. Но Эдварду ничего не страшно. Нам нужно попасть, как понимаю, на пляж. А именно вот сюда пойти, все. Я понял, куда примерно идти. Вон, это пальма. Да. Погода капец как изменилась резко, капец дождик пошел. У вас, конечно, погода тоже не сахар. О, там кладоискатели тоже ищут. Ну я молодец, я знаю где, и точные координаты, где находится имя тайник. Хоть этот тайник я найду. А они не знают, ну, придется удачи им. Так, курьер убежал от нас, пофигу с ним. Так, примерно где-то находится вот тут. О, а повезло с первого раза. Я хоть что-то нашел по карте, блин. А, по крестику уже радует. Ого, сундук. Ни хрена себе, я так немножечко покопал Эдвард Бах и нашел сундук. Блин, надо будет как-нибудь прикольное название миссии придумать. Ну, надо будет. Ух ты, чертежи, носовая фигура вместе с королевой Анной. Теперь доступны в коете капитана особенных чертежей. Первые из 18. Закрытые сундуки. Ого, закрытые сундуки, первые из 22. Так, блин, название миссии надо будет придумать. Так, пойду быстренько, друзья, я выполню контакт. Так, да, контактик, получается, да, вот так вот, сбегаю, помогу, как говорится. Так, блин, все. Так, назову я миссию эту «Веселые будни Эдварда Кеннемана». Прикольное и классное название, мне кажется. Видели, погодка быстро изменилась, да? Ха-ха, дождик закончился, опа. Привет, козленки и свиненки. Получается, дождик закончился, появилось солнышко, погодка изменилась. Это было бы в жизни реально так. Хотя так, на самом деле, в жизни реально тоже бывает. Да, веселые будни Эдварда Кеннемана. Так будет называться моя 20-я миссия. Я буду чем угодно заниматься, буду контакты выполнять, буду сундуки искать. В общем, миссия обещает быть прикольной и интересной. Потому что тут в этой игре дофига всяких испытаний есть, заданий и всего остального. Офигеть, одного получится я в шею, другого в спину. Красавчик Эдвард, да? Опа, у меня 10 косых уже. А я даже не заметил. Кстати говоря, может быть теперь себе в Гаване купить пистолет за 9000 реалов, который я хотел себе купить. Да еще фотка, я думаю, надо будет улучшать. Ну, я думаю, это в следующей миссии уже сделаем. В этой миссии же мы пострадаем всякими приключенческими историями, полазим по Гаване, поплаваем на галке, может быть, захватим еще форт. В общем, повеселимся, друзья. Так, первым делом мы сейчас возьмем контакт. Как говорится, поможем местным жителям. Так, костер на берегу, контакт на убийство. Так, получится у нас избегать стычек, я понял. Так, капер, состоящий на службе у тамплиеров, сейчас, похоже, скрывается в бедном квартале Гаваны. Найдите его и убейте. Ага, понял, хорошо. Так, первое задание. Кстати говоря, мне кажется, друзья, прикольное название придумал. Веселые будни Эдварда Кеннемана. На самом деле, класс. Так, получается, наша цель находится аж прям на краю карты, да?
А мы где с вами находимся? А, мы с вами вообще недалеко. Прикольненько. Так, ладно. Друзья, погнали. Опа, перед тех погоним. Может быть, что-нибудь новое себе купим. Ночью посмотрим, а. Так, что же можно у тебя купить или продать? Так, о, пистолеты. Я же хотел за 9 косых себе купить пистолет. Наконец-таки я себе куплю его. Во, во, еба. А, есть. Теперь у меня есть новый пистолет. Альт-крутяка. Давно я хотел купить себе. Так, боезапасы. Хватает? Хватает. Крутяк. Так, одежда. Я думаю, поменять... Опа, а, тут покупать надо только, получается, да? Блин, я куплю себе потом. Просто сейчас денег нет. Вау. Стоимость. Костюм торговца. Костюм политика. Наряд это за Кайнуна. Так, костюм офицера. Пулачка Хейтма Кайнуна. О, вот это прикольный. Кстати, я, по-моему, сейчас его использую, если не ошибаюсь. Костюм это да, легенды. О, одежда Эльтира Иба Хада. Одежда Эцио Аудитория. Эцио классный чувак. О, внук Эдварда. Так, плащ пирата. Тоже прикольно. Костюм капитана пиратов. Если, кстати, говорить, только что в нем ходил. Офигенный костюм. Так. Опа, испытание Абстерго Пародина. Потратьте 500 реалов. Вот, 50 тысяч реалов, во. Ну, прикольный костюмчик я вроде бы себе взял. Хотя, подождите, подождите, я вроде бы себе костюм не поменял. Или поменял? Так. Плащ. А, все-таки поменял. Получается, костюм пиратов у меня сейчас. Где он? Так, костюм приватира. А, костюм приватира я еще не купил, да? Он 5000 стоит. Так, костюм получается пирата. О, плащ. Костюм капитана пиратов получается немного измененный. Да, а я взял себе, получается, сейчас костюм... Нет, я взял... Какой же... А, вот, я взял себе плащ Хайтмана Кайнона. Ну да, в принципе, он немного изменен. Да, на самом деле. Да-да-да, он измененный по цвету, он синего цвета. Это был черный. Так, ладненько, пойдем в нашу цель, как говорится. Убьем. Скрытно. Да, у меня теперь есть офигенные пистолетики. Блин, я очень хотел их купить, но все. Деньги на всякую всячину тратил. Конечно, нужную, но тем не менее. Так, моя цель находится где-то там. Там девчонки, тут ребята отдыхают, как говорится. Костер жигут, правда, уже тут. Все потухло. В общем, весело у них. Так, избегайте стычек. Ну, в принципе, моя цель... А, вот моя цель. Так. Убить цель. Кстати, я тут недавно был, только что клад... Наш... Значит, клад, ну, искал. Так, осторожно. Надо как-то его кокнуть, чтобы меня не заметили. Так. Так, моя цель получится вообще прям дурашная. Давай, давай. Иди, иди ко мне. Все, все, друзья, я выполнил контракт, выполнил. Так, ну все хорошо у нас, контракт костер на берегу выполнен. Маленькие друзья, вы сами, я хочу с вами повеселиться. Опа, опа, эти качки, надо их убить. Ах, молодец, Эдвард, да. Так, сабельки. Давай, давай. Я хотел с вами подраться, чтобы миссия стала интересней. Блин, 20-я миссия прикольная, да я название ей классное дал. На самом деле. Да, прикольное, классное название. Блин, а. Если вы будни, а это Кайнуна. Блин, классное название. Вау. Так, супер, супер. Опа, опачки, тракушки, оладушки. Давай тебя, придурок, убьем. Сейчас быстренько ограбим. А, у меня та. Да, я ж только что 9000 реалов потратил. Поэтому да, я думаю, что их мало опять стало. Хоть 10 косых было. А, ну давай, придурок, давай. Вау-вау-вау-вау-вау. Кстати, Ковачок Лиги мне очень нравится. Не знаю, некоторые играют типа говно, говно игра. Мне очень нравится, прикольненькая игрушка. Я пора только 2 миссии еще прошел. Вот потом на выходные буду проходить еще 2. Ну, 3-4 запишу. Ну, блин, игра офигенная, интересная. Так, тут мы что можем купить себе? Давайте посмотрим, дорогие друзья. Мне все равно не хватает реалов. Но, тем не менее. Купить? Нет. А продать? Что мы можем продать? Мне кажется, мы пока ничего не можем продать, потому что у нас нифига нет. Да. Ладненько, купить мы тут ничего не купим. В принципе, на самом деле, улучшение галки у нас тут ни хрена недоступно получается. Так, внешний вид галки. А, носовая фигура Овна.
Ух ты, понял, понял, ну тут получается, да, опа, сама фигура Овна, в принципе, немного от нас требует, давайте все-таки купим, вот, приобретем, чтобы галка стала красивей. Так, опа, на самом фигура королевской удачи. Ух ты, блин, прикольно, на самом фигура Эвелина. О, я знаю, это тоже ассасинша, буду проходить. На самом фигура Альтаир. Тут нифига себе, блин, тут дофига столько фигур. Ладненько, друзья. Так, что мы сейчас? Опа-опа! Я сейчас только что поменял фигуру галки, да. Так. Блин, галка офигенный корабль. И короче, интересная. Всем рекомендую поиграть в нее. Так, сейчас подумаем. Может на галке. Опа, курьер. Сейчас, подождите, друзья. А, друзья, подождите. Мне так быстренько курьера грабить. Правда, я не хочу его убивать, но все зависит от него. Убийца! Бера! Аж падла. Загонялки решил со мной. Блин, Эдвард, не тупи. Решил загонялки с Эдвардом поиграть, а? Я, конечно, могу сейчас у него выстрелить один раз. Бегите, если вам дорога жизнь. Твою ж налево, Эдвард, ну что же ты творишь, а? Вот Эдвард, ну балбеса. Эдвард. Вот так вот, сука. А я с первого раза убью его. А, у меня же новый пистолет. Блин, я забыл, а. Сука, блин, я забыл, что он спил. Простите, прости, курьер. Просто у меня новый пистолет. Я забыл, что он такой мощный, а. Думал, у меня просто раньше были пушки такие слабенькие. Они с первого раза не убивали. А тут видите, блин. Поэтому, курьер, прошу прощения. Я не хотел. Вау. Эдвард Крат. Курьер, в следующий раз я не буду тебя убивать. Ну, потому что не буду использовать пистолеты. Ну, я просто реально, друзья, не думал, что пистолет его с первого раза убьет. Но обычно просто у меня пистолет с первого раза не убивали. А учитывая, что мой пистолет новый, он, блин, убил его с первого раза. Я в ахере. Так, сейчас я думаю, на галке мне сплавать. Ну, куда-нибудь. Или, так, или получается еще точку синхронизации сделать, или тот же контракт. Ну, думаю, сейчас быстро выполню контракт. Да, в Гаване и пойду уже поплаваю на галке. Что-нибудь придумаю, новую локацию изведаю, в общем, будет весело. Я же говорил, что не только я буду по Гаване лазить, а. Нет, конечно. Я же миссия называется «Веселые будни Эдварда Кэнерона». Блин, на самом деле прикольное название. Так, сейчас быстренько сундучок возьмем. Так, ну, так вот, я понял, как залезть. Все. Давай, Эдвард, давай. Ты молодец. Так. Чувак, извини, не хотел, ты сам нарвался. Так, сундучок, говорят, у нас находится тут. Опа-опа. Ладно, их не будем трогать пока что. Так, опа. Гавана, 10-й сундук. Ого, осталось еще столько же. Опа! Видели, какие круто, да, ребята? Так, пойдите быстро выполним наш контракт и пойдем уже поплаваем на галке. Может быть, форт захватим, может быть, новую локацию изведаем. В общем, будет весело. Поэтому усядьтесь поудобнее, если вы только пришли, дорогие друзья. Желаю вам еще раз всем приятного просмотра. И огромное вам всем спасибо за поддержки. Ссылки на мой ВК и группу Discord будут в описании. Фух, вот такие делишки. Кстати говоря, ваше внимание, я хочу потом порекомендовать прикольный кино в следующем видео уже. Сейчас просто моего друга канал. Он прикольный кино, зовут его Антон. Он молодец, он классные прикольные видео снимает. Да, опа-опа, первая собачка, вторая собачка, круто. Поэтому я в следующем видеоролике порекомендую его, ну, либо на стриме Резидента, либо на Вайждоке. Порекомендую его прикольный канал и оставлю на него ссылочку. Сейчас просто у меня много дел, да и просто я, как сказать, ссылочку на его канал надо будет, ну, взять и такое и вставить ее. Может, в принципе, в этом видео ее оставлю. Ладненько. Вашему вниманию хочу порекомендовать прикольный канал моего друга. Ссылочка на него будет в описании. Он не хочет завести новых друзей. Он снимает прикольные там классные прохождения. В общем, он молодец. Поэтому ссылочка на его канал будет в описании. Так, теперь наша, что у нас задача получается? Как корабль с грузом пороха. Ух ты, нифига себе. Блин. Да. И описание какой-нибудь надо будет миссии и придумать такое. А может просто веселые будни Эдварда Кэнерона. Блин, так, наша цель находится аж на пристани. Понял? Поэтому да, ссылочка на канал Антона будет в описании. Главное, не забудь ее добавить. Потому что он, правда, молодец, снимает прикольные классные разные прохождения. А если просто, правда, название канала его забыл, я просто
с английским не воды. Я и английский, мы несовместимы. Я просто английский правда, походу, все знаю. Поэтому не могу название канала его сказать. Только могу свой, название своего канала. Потому что я знаю, как мой канал называется. А вот его нет. Ну, в любом случае, ссылочка на его прикольный канал будет в описании. Он, правда, не хочет завести себе новых друзей. Он старается, молодец, теперь ты уважуха ему. Прийти, как мои другие друзья, молодцы, которые тоже стараются. Мы тоже потом тоже буду на их каналы ссылки оставлять. У меня много друзей, поэтому на все ссылки, конечно, не оставлю, потому что это будет целый список, но буду, в принципе, я буду чередовать. Так, избегать опять же стычек, да? О, пока сейчас быстро дебила этого убью, попробую на галке, как говорится, что-нибудь сделаю. Может, форт захвачу. О, ого, моя цель. Так, я постараюсь сейчас убить его с пистолетов. Диапазон достает? Не, не хватает диапазона. Так, как же нам это придумать? Так что такие вот, друзья, дела. После договорились с ним порекомендовать другой канал. А вот я сдержал свое слово. Я своих не бросаю. И всегда рад, как говорится, своих друзей поддержать. Так, точку. Нет, я хочу с точек же избежать. Получается. Извини, чувак. Выбора не было. Так, теперь достану до него. Да твою же налево. Ах, сука, блин, ладно, не получилось тычек избежать, а. Ладно. Черт, один раз получилось, сейчас нет. Ничего страшного, ладно, не получу 500 этих реалов. Ничего страшного, переживу. А то миссия получится интересная. Так, почку болоха сейчас взорвал бы, но боюсь, что ты сам себя, Эдварда, как говорится, подставлю, а. Под удар. Ого, еще больше пришло. Сука. А весело. Гаванна, я еще вернусь. Но пока что поплыву на галке и, как говорится, покорять морские просторы. Ого, ого, ого. Нихера себе Эдвард дает. Вау, он крут. Вау, этот дебил больше держит, серьезно? Сейчас я подарю его. Он застыл, придурок, посмотрите. Он с бочкой застыл. И придурка. Чисто перебил. Ванька, моя цель уже меня. Знаешь, что я тут, поэтому. Кажется, я провалил. Избегать из стычек создания, как вы понимаете, друзья. Я столько дебилов этих убил. Кстати, галка, в принципе, далеко находится, поэтому да. Потом, в принципе, я в Гаване еще полазил. Все анимусы, фамилии анимусы пособираю, все контакты повыполняю. Все, получается, шанти песни поймаю. Все получают точки обзора синхронизации замучу, но это уже потом. Пока что я пойду по половой на галке, как говорится. Сделаю миссию еще прикольнее и интересней. Так, все. Моя цель, как говорится, убита. Устранена. Ху-ху-ху-ху. Давайте, друзья, давайте. Надеюсь, вам правда моя клавиатура и мышка не мешают. Надеюсь, друзья, меня правда слышно хорошо. Я очень, правда, хочу, чтобы меня было слышно хорошо, чтобы вам было комфортно, прикольно сидеть, смотреть мои прикольные прохождения, ну, летсплеи, прохождения, да, и мои прикольненькие стримы. Потому что мне ваши стримы и прохождения очень нравятся, друзья. Ух, я, в принципе, на самом деле, вау, красивая луна, красивая, ух, блин, класс. Я, в принципе, многих, допустим, на деле моих друзей бы каналы порекомендовал бы, но у меня просто на их каналы пока нет ссылочек. Я могу и... По каналу бы моих друзей, там несколько Олегов у меня, Андрея, Сергеев, блин, Саньков, поэтому хватает, как говорится, Серег, ну, я еще говорил, Димы, Тимы, вот Тима, кстати, Тима тоже вот нормальный, классный пацанчик, тоже прикольненький, он и стримит, и обычные прохождения мутят, вот я его канал порекомендовал бы, в принципе, я буду время от времени, потом мы договоримся с ними, ну, чтобы канал рекомендовать. И потом буду уже в каждых снимах или прохождениях, ну, других людей, не только, допустим, одного Антона канал рекомендовать. Это потом. Как говорится, все успеем. Моя первая цель, у меня есть первая цель, набрать 200 друзей. Я почти к ней близок. Надеюсь, у меня все получится, друзья. Как говорится, подпишитесь на канал, поставите лайки, так вы поможете в продвижении моего канала.
Ссылки на мою группу ВК Дискорд будут в описании. Вступайте, вместе будет веселее. Можно с вами играть, прикольненькие кооперативные игры болтать в Дискорде. В группе там прикольные разные прохождения, я мучу там, просто провожу, в общем, весело будет, друзья. Так, выйти в море. Опа, быстрое перемещение. Так, а ну-ка, по перемещению. Ой, а куда она может переместиться, я так думаю. Так, я думаю, так, подождите. Так, это что у нас? Нет, это не то, вот. О, хибара. Сюда мы и переместим, у тебя там был какой-то контракт, который я не выполнил в предыдущей миссии. В принципе, сейчас его и выполним. Фух, надеюсь, вам понравится эта миссия. И название. Так, опа, контактик, сейчас быстренько его возьмем. Конечно, возьмем. Так, Эдвард, отпусти штурвал. Отпустить. Молодец, Эдвард, молодец. Трякушки, ладушки. Ой, прости, Эдвале, прости. Эдвард, красавчик, молодец. Так. А, шелковые волны. Да почему бы и нет. Блин, награда. Так, ого, так, сложность, понял. Так, приветствую пилотир, до меня дошли слухи о том, что на Поморье привозят противозаконный груз. Найдите этот груз и верю в вас, я распоряжусь им соответствующим образом. Подпись Миловардер. Понял. Граф, честный торговец и добрый друг. Ну, не знаю. Морские контакты. Это прикольный шелковые волны. Блин, офигенное получается название. Так, отдайте добычу. Все? Серьезно? Шелковые волны. Вы серьезно, друзья? Все? Друзья, я выполнил контракт. Даже не напрягался. Пипец. Опять погода изменилась. Да уж, ничего не скажешь. Ладненько, друзья. Так, что сейчас мы сейчас займемся? Знаете, что я сейчас замучу? Попробую я так. Карта. У нас, в принципе, по карте. Что же мы можем еще найти? Это у нас получается где? Так, далее. Остров, так, который я не смог, блин, найти нифига. Нет. Так, координаты. 749-625. Да, на самом деле не так легко найти. О, мельница, и за мельницей находится тайник. Но, правда, вот где эта мельница находится, я не знаю. Ваня-ка, друзья, контакты потом, как говорится, давайте новые локации изведаем. Так, куда же нам сейчас плавать? Опа, может быть это замутим? Обломки Антории, нет, во, акула молот, походимся на акулу молот. В общем, прикольно будет, весело. Нет, нормально все у меня, не нужно мне исчезать, ова. Так, у меня почти, друзья, 5000 реалов. Ай, друзья, сейчас я быстренько паузенку нажму, я просто могу забыть про название миссии, поэтому да, сейчас я быстренько отойду, буквально, ну, на пару минут, и все, ну, 2-3 минутки, друзья. Я просто сейчас с работы пришел, как говорится, а время, как говорится, вы понимаете, могу забыть про это название, хоть я могу, конечно, потом в видеоролике посмотреть, но лучше я заранее запишу, чтобы точно не забыть. Так, крышки, ладушки. Друзья, сейчас все будет. Огромное вам еще раз спасибо всем за поддержку. Правда, респект и уважуха вам.
Все, друзья, все замутил, все сделал, все хорошо. Продолжим, как говорится, дальше. Проходить эту прикольненькую миссию, веселые будни этого Дакайнована. Ну, блин, на самом деле, прикольнее. Так, пожалуйста. Какие у нас планы, капитан? Нынче чудный день для грабежа. Есть идеи? Я бы с радостью показал англичанам, что почем. Если мы заберем их золото и пустим на славное дело, я буду рад. Ты становишься валийцем, Аде? А твоя цель? Кит намекал, что в Тулуме ждет неплохая добыча. Правда, это не близко, это на Юкатане, далеко на западе. Ты ему доверяешь? Не знаю. Но в чем ему не откажешь, это в умении разбудить совесть. Мне нужно его видеть, и скоро. Если заодно мы возьмем хороший приз, думаю, команда поймет. Берем курс на Тулум. Ну, друзья, погодка опять изменилась. Подходящая так, быстренько сейчас их заберем, как говорится. Знак, сейчас все будет. Сейчас так мы их таранить не будем. Быстренько. Блин, зараза, только сказал, не будем таранить. Я, блин, просто хотел во Форт Кэнерона их отправить. Ладненько, потом. Может, следующую миссию замучу, что во Форт Кэнерона буду улучшать. Ну, в смысле, так миссия будет называться. Форт Кэнерона. Посмотрим. Так, тут у нас сундук. Сейчас быстренько притормознем. Думаю, акула нас подождет. Ух ты, сука. Ладненько, подождем. То черт с ним, с грузом. Сначала охотников пожопим, как говорится. И мне очень нравится с ними гоститься, потому что у них дофига чего можно забрать. Акула, подожди, пожалуйста, нас. Ух, блин, а миссия на самом деле интересная. Стараюсь сделать ее. Надеюсь, у меня получается. И получится сделать ее интересной. Напишите в том комментарии, понравилась вам миссия моя, то, что я замутил, название, да или нет. Я стараюсь, друзья, надеюсь, не зря. Так, ушки, ладушки. Ха-ха-ха. Ай-яй-яй. Да уж, на второй уровень, как говорится, этих дебилов лучше пока не нарываться. Так, подождем. На. Потому что там уже будут сильнее эти дебилы. Охотники на пиратов, а. Блин, человек за бортом. Да как протаранят? Опа, что-то человека спасли. Сейчас быстренько их загосим. Они пока в ахере, не понимают, что происходит. Только что и делают, корабли разворачивают. Так, блин, зараза. Немного нас ранили, а. Но это не серьезно. Поэтому все, друзья, хорошо. Да уж. Пока на легендарный корабль мне еще не с руки нападать. Так, все, вот их корабль быстро захватим. Отправим во флот Кэнерона. Так как мне это реально нужно, у них, в принципе, корабль неплохой. Я корабли слабенькие не буду в свой флот отправлять. Конечно. Поэтому кораблик мы во флот Кэнерона отправим. А другие кораблики слабенькие. Ну, реально слабенькие. Я не буду отправлять во флот Кэнерона. Так. Посмотрим, сколько получится убить. Опа. Есть. Даже не надо было на икабе перепрыгивать. Я фольклором всех разгасил. Если я правильное название сказал. Фух. Надеюсь, вам, друзья, нравится мое прохождение. И да, Алекс, спасибо тебе то, что сказал мне, что надо галку улучшать. Так. Отправить во флот Кайнована. Да, именно это мы и сделаем. Потому что кораблик у них неплохой. Так, еще что сейчас сделаю. Быстренько получится. Сундучок возьму, на ку нападу, может быть, форте хочу, и я завершу миссию, дабы просто у меня перерыв не резиновый. Говорится, время, как вы понимаете. Вау, солнце, блин, ярко так светит, рассвета. Круто. Так, сейчас быстренько чувака спасем, который за бортом. Вау, красивый рассвет. Ну, или закат, я не знаю просто. Но, скорее всего, рассвет. Сейчас быстренько чувака спасем, как Эдвард. Хороший человек, ну, по крайней мере, он старается им быть. Конечно, не всегда получается быть хорошим человеком. Но... Ага, еще один, да. А, только недавно же был шторм, поэтому столько выживших появилось, а. Да, уж их очень до хрена. И груз тут получается. Ладненько, сейчас мы поплывем, друзья, за акулой. Быстренько развернем галочку. Вау. Красивый. Так солнце ярко светит, что глаза ослепляет мне. Так, наша акула находится уже далеко от нас. Ладненько, сундучок потом. Если получится, возьмем его. Ну, в смысле, если рядом будем. Если нет, так нет. Фух, это на самом деле прикольненькая игрушка. А потом в этой игре еще пойдет дополнение. Поиграю именно за Девали. Как я знаю, там уже можно поиграть за Девали. Тоже прикольненькая будет мини-компания. Ха-ха. Это же будет отдельная компания, в принципе.
я сделаю отдельную компанию с отдельным названием. Там просто название другое будет. Там, да, Черный Флаг, но немного другое название. Только, правда, я пока не знаю какое, но я знаю, что оно другое немного будет. А может и нет. Там будем за Девали играть. Ага. Посмотрим, как говорится, до встречи Эдварда, чем он занимался. А может, после встречи с Эдвардом они, допустим, там разошлись, поссорились, ну не знаю. И он показывает, чем он потом занимался. Ну, после, как сказать, разлуки или до встречи с Эдвардом. Так, я пока честно не знаю. Это будет происходить действие до вот, компании Эдвали, встречи Эдвардом. Ну, там, будем, когда будем умыгать. Или после встречи Эдварда показывать будет, типа, что было, когда они, допустим, были порознь. Не знаю. Походу, потом прохождение узнаем. Опа. Сейчас быстренько возьмем сундучок. Так. Так. Ага. Сундуки. 7 из 46. Неплохо, неплохо. Это на самом деле игра прикольная с открытым миром. Вау. Классная птица. Вау. А вот это такая чистая. В принципе, я уже много раз это говорил, но реально она офигенная. Такая классненькая. Я бы сам с большим удовольствием бы на месте Эдварда искупался бы в такой водичке. У нас пока, у нас, говорится, дожди, уже где-то идет 5 дней, поэтому у нас море сейчас грязное, и не искупаешься. Маленькие друзья, пойдемте быстренько к нашей акуле. Если акула наша уже сдалась. Фух, блин, тут дофига, тут много чем можно заняться в этой игре. Вообще она очень интересная, всем ее рекомендую. Я бы ссылочку оставил, но сторону ссылку нельзя оставлять, иначе YouTube забанит с их правилами. Если я оставлю на Steam версию, на покупную ссылочку, то да, нормально все будет. Да, дофига тут человек плавает около акулы. Так, начать. Готовьте вильбот, парни. Вильбот? Оп-опа. Да, вот это прикольно. Это татушки, я уже говорил, в принципе, но они прикольные. Здесь сейчас главное не торопиться, друзья. Гарпуны не бесконечные. Попал, ай, молодец, а. Крепче держи! Тварь ранена! Блин, так она так плывет, просто еще... У меня просто еще за окном очень ярко светит солнце, блин. Все море покраснело! Так, подожди, Эдвард. Тварь молодец! Ранена! Так, она уплыла, ладненько. Друзья, сейчас главное не спешить. Я что-то вижу. Так, где она, где она? Море такое чистое. Так, откуда она нападет? Правда, у нас осталось 11... Берегись! Справа! Мы есть! Молодец! Тянет Кэп! Подождите, друзья, она просто так плывет по конченому, я не вижу ни хрена. Не опа. Нравится? Ха! Не нравится? Ха! Морской волк почти добит! Согласен. Ушел Кэп! Согласен, так, осталось 5 гарпунов. Главное, друзья, не спешить. Иначе будет пипец. Он идет на нас! Справа! Есть! Вау! Офигеть! Да, друзья, немножечко я тупил, мазал, но просто правда было не видно. Она так в воде пряталась, что плохо было видно. Фух, так, акула молот, мы кокнули, как говорится. Так, кости, получится вернуться на порт, удержите, чтобы вернуться в порт. В порт? Не, пока еще в порт не нужно. Так, доступное изготовление, подсумок. Опа-опа. Так, подсумок. Это круто. А подождите, во, вот так вот. Так, ремесло. Получается, подсумок. Ух ты. А, так, имеется, примите, так, ремесло сейчас недоступно. А-а-а, понял. Жалко, что недоступно, ладненько. Сейчас возьму штурвал. Капитан у руля. Так, что... Сейчас, куда же нам отправиться, друзья, с вами еще? Опа! Акула-бык. Пойдемте быстренько на акулу-бык нападем. Я ни разу не нападал на нее. На акулу-молот я уже второй раз убиваю. А вот акулу-бык, первый раз буду убивать. Поэтому да, сейчас быстренько, как говорится, друзья, убьем ее. Главное не спешить и с гарпуна не мазать, потому что там определенное количество выдается, по-моему, 20 всего лишь, а? Да, пойдемте быстренько. Опа, опять человек за бортом. То сколько же можно? Их столько много, ладненько. Ускоренный темп и быстро поплывем на галке. Блин, мне очень нравится галка. И паруса красные, прикольные. Оба, с правой стороны груз. Так. И с этой моей командой появилось две новые песни, а? Это класс. Они, ну, скорее всего, опять от Скайпауэр прилетит, а?
после какой-то песенки я не пою, я поставил приоритет авторское право. Но за песню. Теперь я ее, хотя я ее не добавляю, она в игре играет. Я вообще не понимаю, как это понять. Я же не брал ее откуда-то, не включаю на телефоне. А это именно в самой игре. Бред полнейший, я считаю. Кусок гарпуна, и на ужин будет мясо, сэр. Круто, круто. Свежатенько, сэр, надо заняться. Эй, куда, куда? Так, куда мы поплыли, друзья? Ого! Сколько, нифига себе, подождите. Вся какого подождет? Давайте. Так, поворот. Сколько тут офига? Посмотрите, сколько тут добычи, а, друзья. Офигеть. Ого. Вау, сколько тут добычи, друзья. Сейчас быстренько я разверну галочку. Возьму добычу последнюю. Отдавали спокойненько стоит, блин, все хорошо. Тут не подумают прикольненько, когда отдавали сыграть. Блин, когда же у меня появится все-таки оружие, блин, вот именно с дротиками, а, усыпляющими, или только усыпляющими, делаю, получается, делаю человека безумным, который даже он, вообще так безумным, чтобы он своих убивал, ну. Ух, вы понимаете, что дротики есть, получается, есть дротики, которые усыпляют, а есть дротики, которые делают человека безумным, бешеным, который он налево и направо готов, ну, всех будет убивать. Даже своих, в общем, он не понимает, что он делает. Так, друзья. Есть! Поохотимся! Давай, Эдвард, давай! Так, тут такого уже будет пожестче, наверное. Хотя, может быть и нет. Посмотрим. Именно по размерам. Акула-бык. Эй, вон там! Она держится! Так, а ну-ка! Акула-бык, пожалуйста, не спеши. Ой-ой-ой. Ранили. Есть! Так, подожди, подожди, Эдвард. Ай, красавчик, а. Ой-ой-ой. Получай, молодец. Рыбка. Получай, рыбка. Не, акула бык все-таки слабее, чем молот. Согласен с тобой, мой друг. Идет на нас, спереди. Да, ее пока хреново. Готовность. Фу, она... А ну-ка. Подождите, друзья, я чуть-чуть... Еще удар, все! Друзья, акула-бык совершенно слабее, чем акула-молот. Да и по размерам она меньше, как вы понимаете. Видите, да? Да, акула-молот была посильнее, но все равно прикольно. Так, доступно изготовление. Наряд охотника, опа-опа. Так, а я могу это сделать, а? Подождите, тут есть три корабля вражеских, так... Ремесла. Я могу или не могу? Мне получится можно... О, костюм акулы молота. Правда, могу или не могу? Мне просто вот очень интересно, друзья. Улучшение. Это я делал. Так. Шкура... А, получается нужно шкура кабана. А, понял, почему пока нельзя. Нет, у меня вроде бы все сделано. Имеется. Вообще, тут, походу, нельзя улучшить. Ладненько, сейчас быстренько... Костюм. Прикольно, блин, прикольно, я замутил. Так, тут получится есть три корабля около нас. Давайте быстренько их загосим. Как говорится, очень хочется. И все. Опа, первый. Так, бочечки. Фольклоры. Да они нас задевают, как говорится, не особо так страшно. Блин. Так, ладненько. Друзья, капец, видите, какая галка у меня уже более прокачанная, мы быстро их зафигачили, а? Сейчас быстро возьмем их на абордаж, как говорится, снизим известность, хотя... Нет, давайте попробуем, что будет дальше. Да, не будем известность снижать. Просто-ка возьмем их, получается, во флот камеры на эти корабли отправим, дабы, чтобы, хоть они не особо, конечно, сильные, ну, но тем не менее. Так, сейчас, друзья, все будет. Надеюсь, вам правда понравилась моя миссия. Правда, я старался сделать ее, стараюсь сделать ее интересной. Да и, в принципе, мне вот лично нравится мое название, что я придумал. Классное. Так, что же нам, в принципе, во флот, хотя корабль у них слабый, блин. Понизить известность, я просто хочу поднять себе вторую известность и убить уже пожестче корабль охотников, а? За пиратами. Так, получается, известность...
Кон, ладно, во флот отправим, так что быть. Это парим корабли во флот, а следующий кораблик мы просто уничтожим. Дабы просто, как говорится, ова, награда в сетевой игре. В режиме сетевой игры доступны предметы персонализации. Опа, испытание Абстерга пройдено. Захватите три корабля. Понял, понял. Сейчас быстренько этот корабль мы уничтожим, а именно просто кавочку подремонтируем. Хотя у нас в жизни, в принципе, нормально. Так, ладно-ка тут поближе подойдем. Так, опа. Сейчас быстренько... Не, с фалькера бегать не буду. Не хочу, хочу просто помахаться. Дабы, чтобы интереснее сделать миссию. Ого, на кулаках, друзья, на кулаках. Не руками. Друзья, а, это вот сабли, серьезно? Ладненько, друзья. Я нажал кулаки, я получился, видишь, это вот сабли. Ну, бывает, игра багует, друзья. Как вы сами видите, у меня... показаны кулаки. Ладненько, чтобы моих не убили, я их быстро убью. Охереть, блин, я, сука, убил все-таки одного, а. Че же мои люди такие слабые, а? Блин, а. Вроде бы пираты, а какие-то дряхлые. Надо, блин, сейчас, сука, дисциплину в команде поднять, а. Сделать их сильнее. Так, я починю галку, а. Да. Тут у них корабли слабые, не хочу во флот себе брать их, а. Вот корабли охотников или пожестче корабли можно взять. А вот, блин, у них дряхлые корабли. Один взял, другие не хочу. Так, я думаю, чтобы нам еще напоследок сделать и завершить уже прикольную миссию. Так, ушки-ладушки. Так, куда же нам с вами отправиться? Я вот думаю. Легендарный корабль далеко. Так. Так, опа. Я думаю, исследую новую локацию. Ну, в принципе, да, я, в принципе, иначе, на самом деле, что сделал бы. По картам бы полазил бы. Сейчас штурвал отпущу. Опусти. Ну, вот я пока особо не понимаю, где это. Координаты 442, 118. Это примерно где у нас получается? 402. Так, отмена. Так, 400. Тут у нас 600. Так, тут у нас... Тут у нас получается 500, 400, там у нас где-то, наверное, скорее всего, вот тут может быть, а? Это у нас сколько получается? Тут не показывает координаты, да? А, вот, 500, там 442 было. Так, 556. В общем, хрен поймешь, куда идти на самом деле. Ну, тут далеко, ладненько, знаете, что я сейчас сделаю напоследок, друзья? А именно, я быстренько сейчас, как говорится, опа! Морской конвой. Да, вот что я сделаю. Погашу морской конвой и напоследок... Я тут, вот. Да, загашу морской конвой и напоследок я исследую новую локацию. Либо здесь, либо здесь. И завершу мою прикольную миссию. Капитан, да, потому что мне уже правда надо бежать, друзья, на работу. Okay, это у меня поругает. Опять охотники на пиратов. Да что ж такое, Вадика? Сейчас быстренько их загласим. Друзья, поговорим с ними. Во флот себе возьмем, потому что их офигенный корабль. Мне нравится. Галка, конечно, лучше, но тем не менее. Сейчас быстренько все сделаю, друзья. И завершаем мою прикольную миссию. Лично мне она нравится. Ах ты тварь, а. Они уязвимы здесь, на готова! Ах ты тварь, а. Ой-ой, кто-то в воду выпрыгнул, серьезно? Мне показалось, что там чувак выпрыгнул в воду, а? Или показалось, ладненько. Так, чтобы они не попали по нам. А, они попали все равно. Блин, сука, я о них... Я их недооценивать, а? Ладненько, галку я... Все. Не хочу портить, а? Да, и песня прикольная играет, да? Да, полюбуйся, авторские права полетят за песни. Хрен вам, сука, не протаранить, а? Так, на абордаж. Подожди, на абордаж. Да уж. Чуть-чуть они бы нас протаранили бы. Так, ладненько, чувака пока не будем спасать. Спустись, паруса, ловим ветер, так, ушки. Опа, прям близко. Пойду быстренько так, как без фольклеров поубиваю, а? Этих охотников на пиратов. Иначе я просто действую легко. Ну да, когда я их убиваю с фольклера, это как я слабак получается. Ну или просто когда лень мне. А так я хочу просто показать им, на что способен Эдвард.
в гневе. На кулаках. Вот чисто на кулаках. Они не на саблях, они на кулаках. Все честно, друзья. Будем сейчас быстренько действовать, а? Быстренько, быстренько, Эдвард. Быстрее, быстрее, сука, сейчас людей потеряю. Сука, быстрее, Эдвард, быстрее. Да, на кулаках, Эдвард, не получится особо, а? Эдвард, учись драться, а? Ты очень хорошо дрался до этого. Блин, ты достали, сука. Ладненько. Сейчас. Сука, так людей теряю, а? Ваненька, в следующий раз уже буду на саблях, а? Да, что-то... Сука. Ну ты ублюдок, а? Хрен я больше кого потеряю, а? Суки, а? Давай, давай, Эдвард, давай, последний чувак. Есть! Да уж, на кулаках драться, конечно, прикольно, но... Так я потерял бы двоих ребят, или троих. Сука. Ублюдки, я ваш кабель забираю. Дофига добычи у них взял, да. Вафот. Мне корабль неплохой, мне нравится. Потому что в Вафоте он офигенно послужит, а. Так, все, друзья. Так, сейчас быстренько сплаваем в ускоренном темпе. Так, чувак, ладно, пускай поплавает, а. А, можем корабль улучшить? Ну, в принципе, мне дерева хватает. Нет, не хватает. Акула бык прикольная была. Правда, акула молот была пожестче. Сейчас быстренько, друзья. Сплаваем, как говорится. Ну, мое максимальное ускорение галки сделал, чтобы быстрее доплыть. А то просто, правда, на работу надо бежать. Еще раз вам огромное, друзья, спасибо за поддержку. Желаю вам и вашим близким крепкого, офигенного, охерительного здоровья. Учитывая то, что коронавирус пипец ублюдок портит деятельность. И на самом деле из-за коронавируса, друзья, из-за COVID-19, как говорится, друзья, много проблем появилось. И, как говорится, работу не так легко найти. Надеюсь, все нормализуется. Так, тут нам, получается, нужно захватить. Я помню. Нужно тормознуть. И быстренько... Если я не ошибаюсь... Да, точно. Тут нельзя их корабль уничтожать, потому что... Тут за определенное время нужно быстренько собрать все сундуки. Я помню, это делал. Да, блин, на самом деле, друзья. Поэтому так вот, а все остальное у вас будет, друзья. Главное здоровье, а все остальное будет. Так, видите, тут получится, нужно быстренько все замутить. Дается всего лишь минута. Так, давай, Эдвард, давай. Все сундуки, Эдвард, давай. Эдвард, не тупи. Бесит, когда он начинает целовать куда-нибудь не вовремя. Это меня на самом деле бывает раздражает, а. Я кнопку не нажимаю, он берет и лезет куда-то. Я говорю, зачем? Так, вроде бы все сундуки взял, да? Так, у них теперь можно патроны взять, да? Нельзя. Серьезно, нельзя. Опа, нет, можно. Получается, видите, были пираты, как говорится, охотники, похоже, на пиратов, я так понимаю. И эти. И тамплиеры. Так, я вроде бы все грузы взял. Ну да. Так, у них все взял, пули есть. Все, друзья. Поплыли. Блин, кстати говоря, прикольную штучку я у галки сделала. Только, правда, она вон внизу, по-моему, а. Вон, видите. Класс. Ага. Ладно, все, друзья, я успел. Так, ну-ка, что у нас доступно в каюте капитана? Может, продать что-то можно улучшить себе? Я по поводу сейчас ремесел хочу. Тут не варик. Так, пистолеты, одежда. Так, приматир, так, ушки, ладушки. Так, а вот, сейчас используется. Так, одевали. Конрад, опа, надо покупать, да? А, вот это прикольный плащ. Костюм приватира. Ладненько, друзья, сейчас быстренько галки. Может быть, правда, что-то можно улучшить. Хотя нет. Может, тут можно будет в каюте капитана улучшить что-нибудь Эдварду. Либо нет. Я, походу, не понимаю, как это действует. Скорее всего, пока нельзя. Во. А, нет, все-таки можно, вот. Подсумок. Ведь все-таки в каюте капитана можно было улучшить себе штучку-дрючку Эдварду. Так. Ага, опа, вот и дротики, видите, а? Получается, у меня имеется кожара, куба, быка, и еще получается нужно, да? Вот она чего. Ого. Ого. Так, имеется шкура ягуара. Ого, нифига себе костюм. Наряд из шкуры кошки. Ух ты. Опа.
Наряд охотник на акул. Так, еще нужно акула молот, получается, да? У меня вроде акулу молот убивал. А, имеется, нужно еще. Вау! Ух ты! Наряд охотника. Шкура ревуна, шкура белого ягуара. Ягуара, ого! Вот это прикольный костюм, это вот идет. Вау! Блин, друзья, я хоть не люблю убивать животных, но... Как говорится, ради костюмчиков я убью парочку, хоть это мне не очень нравится, даже в игре. Ладно, друзья, время тикает, работа не ждет, как говорится. На работе поругают, поэтому срочно, быстренько лучше плыть. Фух. Да, ладненько, походу локацию не получится исследовать, дабы пада времени нет. Я быстро сейчас этот корабль уничтожаю. Отправляюсь, наверное, обратно в Гавану или не в Гавану, посмотрим. Так, куда-нибудь отправлюсь, в общем. Может, на форт и завершу миссию. На мой форт, который я уже захватил. Я имею в виду. Так. В общем, это очень интересно, друзья. Получится ли у меня сейчас уничтожить, как говорится, этот корабль? Морской конвой. Не знаю. В предыдущие разы у меня не получалось, а? Но я надеюсь, сейчас, друзья, все будет иначе. Потому что я хочу, чтобы было все иначе. Ну, вы понимаете. Да, друзья, правда, огромное вам всем, огромнейшее спасибо за поддержку. Я, правда, не прочь завести новых друзей. А, и со старыми друзьями я всегда поддержу, буду связь. Поддерживаю их по мере возможности, а. И видео сможете смотреть прикольненькие, и прохождения, и не только именно игровые видео, и другие, и обзоры там на всякую технику, и все такое. Так, конвой, подожди, подожди. 23 уровень. 4 уровень. Так. Маленькая попытка не пытка, друзья. Говорится, хитростей и все такое, может у вас получится это сделать. Так, и корабль пока трогать не будем, нам пригодится. Потом зашвартуем его, если эти дебилы, ну, конвой же, главный, наш корабль раздолбает. Пока не будем, пока имея один оставим себе. Так, да, друзья. Опа-опа, известность, твою мать. Вы получили доступный второй уровень известности, а? Да, надо по быстролянчику уничтожать морской конвой, друзья, потому что сейчас охотники на пиратов на нас нападут и будет пипец. Я больше уверен, что будет плохо, друзья. Так. Нет, да-да, все нормально, друзья. Галку, не зря. Сейчас скажу нормально. Нельзя галку, друзья, мы прокачали, поэтому отдельно спасибо моему другу Алексу, что он подсказал мне все равно пушки качать. Хотя я, в принципе, это потом бы сделал бы, но... Он молодец, подсказал мне, как именно все правильно делать, и спасибо ему за это отдельное. Ага. И моему другу Саньку огромное спасибо, то, что он помог мне, как говорится, настроить ОБС-ку, настроить русский язык в резиденте. Спасибо ему. Он хороший друг. Реально, таких друзей надо поискать бы, а. Так, все, нормально, сейчас быстренько их корабли захватим, во флот Кайнерона отправим. Я думал, чисто будет жестче битва с ними. Больше в предыдущие разы я просто просирал им. Они меня просто имели галку, а теперь я их поимел. Ха-ха-ха. Сейчас быстренько их корабли захватим, друзья. Отправимся либо во флот, либо в какой-нибудь городок. И все, и завершим нашу прикольную миссию. В следующей миссии уже полюбуюсь. Вот так, убейте команду врага. Убейте вражеских офицеров. Ладненько, давайте. Минус один офицер. Минус второй офицер. Давайте. Так, сколько убьем, сколько убьем. Все, так пойдем уже теперь не с руками, а именно с надхаутным оружием. Да, в следующей миссии, думаю, мы уже нарвемся на уровень второй. Охотника за пиратами. Там уже, ну, я, как вы понимаете. Посмотрим, сможем ли мы их выиграть или нет. Надо по ходу дела, надо будет дальше и галку улучшать. Только костюм Эдварда, допустим, снаряжение. Надо будет и галку улучшать. Да, да, друзья. Вы не ошибаетесь, еще у меня галку. Так, сука, опять я теряю людей. Не катит. Сука, не вижу, когда я теряю людей. Вау, 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 я их двоих убил сразу, а. Ай-яй-яй-яй-яй. Молодец, Эдвард, молодец. Последнего осталось убить. Ого-го-го-го. Эдвард, молодец, Эдвард, молодец.
Ай, круто, друзья. Блин. Весело приключение. Так, не, отправили во флот, потому что у них хороший кораблик, а. Весело будет закрывано. Блин, прикольненько, друзья. Так, все, друзья, нашу миссию мы завершаем. Быстренько отправляемся, как говорится. Опа! Отличный приз! Да, согласен с тобой, отдавали, согласен. Сейчас быстренько грузы соберем и завершаем нашу прикольную миссию. Уровень известности у нас второй. Поэтому охотники на пиратов уже будет сильнее. Не знаю, получится ли нам их уничтожить, но их корабль раздолбать и забрать себе во флот. Ну, уже такого жесткого уровня. Да, не знаю. Потому что галка пока у меня, друзья, уж еще до топа ей далеко. Так, ну, основную миссию мы пока не будем выполнять. Ну, она не к спеху, она не нас, как говорится, не торопит, а. Так, я уже сейчас, друзья, думаю, куда мне отправиться, как говорится. Ну, именно... Локации, которые я уже исследовал. Так, это у нас получается дикая природа, коллекция. Ладненько, тут это на что? Насау. О, давайте, друзья, в принципе, побудем в Насау. Да. Все. 20-я часть под названием «Веселые будни Эдварда Кеннемана» завершена. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. Самое главное, друзья, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока. Огромное всем, друзья, спасибо за поддержку. Респект и уважуху. Кстати говоря, на славу у меня тоже надо будет повыполнять контакты, пособирать все сундуки, фрагменты анимуса, еще точку обзора. Я получился две точки обзора. Нет, четыре точки обзора не замутил. Ни хера себе. И, может быть, даже следующая миссия у нас будет именно, опять же, охота на тамплиеров. Ах ты, брат. Прикольненькое название. Ладненько, друзья. Всем покедова. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.